Схема движения на станции метро Каширская. 9 февраля 2021 года, вторник. Теперь все наоборот. С 12 сентября 2020 года до сегодняшнего дня эта платформа была закрыта. Платформа для движения в центр работала. Сейчас при движении на юг, движение от Коломенских, поезда останавливаются на Каширской, следующая станция Кантемировская. При движении в центр поезда не останавливаются на Каширской, приезжают все остановки. Такое будет до 31-го. Дворецкая линия. Заранее планируйте свои маршруты, потому что здесь, конечно, еще не все работает, просто стало наоборот, не так, как было до сегодняшнего дня. Сегодня платформа открылась.